Благотворительный марафон, который проходил в воскресенье, собрал 105 тысяч рублей. Но это по предварительной оценке. При точном подсчете, когда все обещанные средства будут перечислены, сумма может увеличиться. Деньги на реабилитацию Данила Лешукова было решено собрать на празднование Дня защиты детей, который был перенесен с понедельника 1 июня на 31 мая. Люди стали подходить и общаться с мамой и сыном после их представления на сцене. Один из жителей, пожелавший остаться неизвестным, после концерта протянул маме Татьяне Степановне Лешуковой 10 тысяч рублей. Неожиданностью было и то, что за ним подошла бабушка больного внука и дала еще 3 тысячи. 39 тысяч было внесено в копилку сразу после продажи билетов на отчетный концерт, в котором участвовали все творческие коллективы Дворца культуры «Кристалл». Деньгами помогли два прихода – храм Рождества Христова и Николая Чудотворца. Школьные учителя, 46-й и 23-й детские садики, граждане, работающие в управлении социальной политики, службе занятости, приходили и опускали в ящик для сбора средств столько, сколько каждый из них мог. Прошлый благотворительный марафон собрал 70 тысяч, благодаря чему удалось помочь девочке, которой грозила полная глухота. Теперь все вместе помогали Данилу, которого мама пытается поставить на ноги. Добрать необходимую сумму обещали наши промышленные предприятия. Видно было, как родители вместе с детьми экономили на аттракционах, чтобы иметь возможность побольше опустить в ящик для сбора средств. В разного рода помощи нуждается, пожалуй, каждый из нас, но когда речь идет о здоровье ребенка, на его защиту становится всем миром. И это наши жители доказали в знаковый для всех нас взрослых День защиты детей уже дважды.